Защитник Адлам Кацаев. Поздравляем Адлама с успехом и желаем ему отличной игры и ярких побед на футбольном поле. Приз лучшему игроку июля Адламу Кацаеву вручает комиссия Хабаровского СКА Игорь Жильников. В случае так точно надо было по-другому распорядиться, и как бы не успел как сориентироваться быстро. Можно было мимо вратаря покатить, я начал подрезать, как бы, а там у них Илья Баев опытный, он вышел, сократил и как бы выручил.
это лучше, чем гол. Молодец. Бордович там выиграли. Хабар сила, Хабар сила. А вот этот самый пока звезда Хабаровска. Молодец, а ты будущий сборной России будет играть. А я его по лбу глажу. Вот он, святая рука Марадоны. Вот так вот.